Всем привет! Ссылочку на это видео, как делать деньги на YouTube, оставлю в описании под видео и в комментариях. Переходите после этого выпуска и смотрите. Ну а у нас на носу Бразилия, чемпионат Бразилии. Атлетико Паранаенсе принимает Сеару. Матч будет 11 ноября 2021 года в 0:30. Поэтому не проморгайте. Итак, беру последние 15 игр Атлетико Паранаенсе, которые были сыграны исключительно дома. Сеары 15 игр, которые абсолютно сыграны в гостях. Данные занесем в статистику и посмотрим, что скажет данная таблица, разработанная профессионалами в ставках на спорт. Итак, количество домашних игр. Атлетико Паранаенсе, как уже говорили, 15. Количество домашних голов. 2, 4, 6, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 21. 21. Количество пропущенных голов дома. Сколько она пропустила за 15 последних матчей? 2, плюс 1, 3, плюс 2, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. Количество побед. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Сеара. Количество гостевых игр. 15. Количество гостевых голов. Сеара в гостях. 1, плюс 1, 2, 3, плюс 1, 4, плюс 2, 6, 7, 8, 9. Гостевых голов. 9. Пропущенных голов в гостях. 1, плюс 1, 2, плюс 3, 5, 7, 9, 12, плюс 2, 14, 15, 18, 19. Количество побед. Количество побед 0. Прогнозировать. Прогнозировать. На победу Атлетико Паранаенсе 80 и 61%. Обе забьют, хромает. Статистика на индивидуальный тотал голов, следовательно, тоже статистика хромает. 30-70, 45-60, 66. Прогноз на данный матч может быть тотал меньше 2,5. Итак, матч Атлетико Паранаенсе Сеара 11 ноября в 0:30, чемпионат Бразилии. Исход тотал матча меньше 2,5 с коэффициентом 1,60. Ставка 4000 принята. Возможный выигрыш 6400 рублей.